Всем огромный привет, ребят, меня зовут Катя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет про косметику, про мои новинки, про мои покупки, то, что я купила за последнее время и хотела вам показать. На самом деле, не за последнее время, у меня очень много вещей лежит с лета, я все обещала вам показать, но все не находилось времени, я сейчас очень загружена, но, несмотря на это, я подумала, нет, нужно снять видео с косметикой, тем более, что вчера я купила очень классные вещи, несколько вещей я вам покажу, и они сегодня на мне, я решила сразу продемонстрировать. Поэтому заваривайте себе чай, кофе. Так, я забыла выносить наушники. Все нормально. Поэтому заваривайте себе чай или кофе и давайте начинать. Также заглядывайте в мой телеграм-канал, я вам там обо всем стараюсь рассказывать, какие-то мои походы по музеям, выставкам, какая-то моя культурная жизнь, обычная повседневная жизнь, в общем, все вы найдете там. Ссылочки будут все в описании. Во-первых, то, что уже стало традицией, я перед началом ролика всегда наношу на себя аромат, но я, в принципе, дома всегда наношу на себя ароматы. И я вам рассказывала в телеграме, что у меня сейчас особая любовь. Второе дыхание какое-то открылось с Saint Laurent Black Opium, и я его поэтому сегодня наношу. Я его просто обожаю. В последнее время я не могу им надышаться, не могу им насладиться. И первое, что я наконец-то, боже мой, достала спустя, я не знаю, больше чем полгода, это моя самая любимая тушь Benefit Roller Lash. Я взяла вот такой набор, который состоит из двух версий. Первая это у нас классическая тушь, и вторая вот такая вот малышка. Этот набор стоил столько же, сколько отдельная тушь, поэтому я взяла, в общем, в таком наборе. У нас открылся опять Il de Beauté, и там можно, если что, эту тушь достать. Больше я не знаю, где она продается, она была только в Sephora, в Il de Beauté. В общем, моя любимая, моя любовь. Те, кто меня смотрит давно, я уже, да, неоднократно говорила вам, что мне не идут какие-то ресницы, даже в повседневной жизни, то есть если нет макияжа, стрелок, как сегодня, отдельные ресницы смотрятся не очень. То есть я из тех людей, кому тушь не очень идет или как-то состаривает. В общем, как-то вот что-то не то. И это пока что единственная тушь, которой я могу краситься, которая мне нравится, как она на мне смотрится. В общем, девчонки, если у вас проблемы с тушами, с тушьями, господи, вот что называется не проснуться. У тебя просто дислексия начинается совершенно. А, в общем, если у вас проблемы какие-то были с тушами, можете попробовать этот вариант. Нашла я эту тушь благодаря совету Наталины MUA, за что ей огромное спасибо, потому что я, серьезно, с тех пор это мой фаворит, и пока что лучше для себя версии я не нашла. Ребят, я покажу то, на что я раскошелилась. И не без вашей помощи я на это раскошелилась. Это подводка от Tom Ford, я ее очень давно хотела, я тоже вам об этом здесь говорила, но мне было как-то жалко денег, и я в последнее время, я вам покажу сейчас, вставлю здесь название, есть отличная бюджетная подводка, которой я пользовалась вот последний почти год. Это подводка от Эвелин, она шикарная, но проблема у меня с ней в том, что она очень быстро засыхает. То есть месяц-полтора, и все, можно выбрасывать, дальше покупать. Она при этом, при всем, она очень хорошая. То есть если вам нужна недорогая подводка, и вы не так часто пользуетесь, вам отлично зайдет. Я думаю, у нее очень удобная кисточка. Она похожа на подводку от Clinique, которую я раньше безумно любила. Боже, как же сегодня темно. Как же сложно снимать зимой, зато как у меня подсвечиваются глаза. В общем, ребята, ладно, люблю я поболтать, люблю отвлечься, но эту подводку тоже очень сильно советовала Наталина, я ей очень доверяю, да, как визажисту, как профессионалу, то есть я вот все, что по ее советам покупала, 9 из 10 всегда попадания, и потом, последними роликами вы мне как-то написали, что Катя обязательно покупает эту подводку, и ты просто будешь в восторге. Девчонки, я в восторге. В чем для меня ее самое главное потенциальное преимущество? И Наталина говорила, и девчонки мне под моими роликами писали, что она неубиваемая, и она у кого-то полтора года, у кого-то два года, и она не заканчивается. То есть она действительно настолько хорошо сделана, что она не высыхает. У нее достаточно хороший объем, и вот я серьезно, это не один человек мне писал. Это, собственно, я вот эту вот парочку сладкую заказывала как раз в Il de Beauté, когда они объявили, что они опять здесь у нас. Я такая, о боже, надо посмотреть, есть она в наличии или нет. А проблема была в том, что ее уже нигде нет. Здесь такая история. С этой стороны длинная классическая кисточка. Вообще, мой совет, обращайте внимание на кисточки. Если это кисть,
именно волоски. Это, скорее всего, будет хороший вариант, неплохой. Если это фетровый наконечник, либо маркер, вот здесь могут возникнуть проблемы, особенно с фетровым наконечником. С другой стороны идет маркер, но он очень-очень тонкий. Это для того, чтобы когда вы нарисовали основной кистью стрелочку, да, вывели, и хотите заострить кончик, либо сделать его более четким, либо прорисовать вот здесь вот, да, уголок, внутренний уголок глаза, тогда на помощь приходит этот маркер. Дальше, ребят, я хочу показать то, что я когда-то не купила, и я вам тоже об этом в ролике рассказывала. В общем, это блестки, как это правильно называется, блестки, или, да, жидкие блестки для глаз в оттенке шампань голд. Очень красиво, обожаю все, что связано, вот это шампань, rose gold, это все очень красивые оттенки, они практически всем идут, смотря когда накрасится. И это бренд Chupa Chups, когда-то давно они появились на рынке, и я помню, что я тогда очень активно смотрела YouTube, разных блогеров, руки не доходили купить эти жидкие блестки. Я летом собиралась их купить, но меня смутил один момент. Вообще, когда вы покупаете какие-то вещи с блестками, имейте в виду, что при электрическом свете это у нас один эффект вау, как, например, Instagram. Макияжи, все сияет, все блестит просто как жидкое стекло, мерцание, подсветка. При дневном свете это немножко другой эффект, он более спокойный, поэтому сегодня на глазах, даже несмотря на то, что на камере кажется, у меня они сияют, вы не поверите просто, как они сияют при электрическом свете. Летом я не купила эти блестки как раз потому, что я искала что-то, что сияет при дневном свете. И у меня есть для вас решение проблемы. Вот эти вот тени от Shiseido, вот в этом ролике я вам показывала. Эти тени, они сияют восхитительно, что при дневном свете, что при электрическом свете, да, вот когда у вас как раз начнутся сейчас новогодние корпоративы, вечеринки, праздники, они очень красивые, это просто тоже жидкий блеск, но вот их преимущество в том, что при дневном свете они тоже очень красиво сияют. И сегодня я первый раз нанесла на глаза вот эти вот жидкие блестки, и знаете, мне нравится сейчас, как при дневном свете они выглядят. Я летом наносила на руку, выходила из магазина, и мне показалось, что недостаточно блеска. Но сейчас, когда я плотным слоем нанесла, вот сегодня, мне кажется, что очень даже неплохо для дневного освещения, с учетом того, что сегодня отвратительный свет, и я сижу практически в темноте. Поэтому, девчонки, вот сейчас, во-первых, я купила это по распродаже в Золотом Яблоке. Сейчас скидки, черные пятницы, Black Friday, 11-11, короче, вот эта вся маркетинговая штука началась. И я советую вам присмотреться, если вы хотите вот что-то такое одно иметь в косметичке, да, что для праздников подойдет, что для вечерних сияющих макияжа подойдет. И самое приятное то, что когда вы покупаете отдельно какие-то блестки или пигменты, часто их нужно приклеивать на базу, приклеивать на специальный клей, а здесь все совмещено, и вам вот достаточно просто открыть тюбик и как блеск для губ, да, вот такой вот спонжик, и вы вот так вот мазюкаете просто по глазкам. У кого есть плоская силиконовая кисточка, можно их как бы пригладить, эти блестки, тогда они будут сильнее сиять, и вы как бы разложите их, да, по веку. Но даже этой штукой я сегодня нанесла спонжиком вот этим. Мне кажется, очень даже достаточно. Причем, что у меня на глазах только два оттенка. Один я нанесла в складку века вот такой вот с розовинкой. И на подвижное веко, простите. Дальше, ребята, опять же Shiseido. Shiseido такие молодцы. Это вот, я серьезно могу сказать смело, это один из моих самых любимых косметических брендов. Я это только недавно поняла. Потому что все продукты, которые я от Shiseido покупала, они настолько качественные, они настолько интересные, они настолько красивые, вроде бы ничего особенного. То есть ты вот как-то смотришь, вроде ничего особенного. Как только ты начинаешь этим пользоваться или пробовать на сводчах, восхитительно. Собственно, я вчера поехала в Золотое Яблоко за карандашом для глаз, но когда я увидела и попробовала вот этот блеск, я думаю, боже мой, мне еще говорят, он по скидке, сегодня специальное предложение, я думаю, я беру, потому что это что-то невероятно красивое, он сегодня у меня на губах, и при дневном свете, опять же, возможно, через камеру это не так передается, я постараюсь снять на руке при искусственном свете. Это волшебство, просто жидкое волшебство. Я не знаю, как это описать. Наверное, это не один блеск для губ, который так красиво сияет, но меня он настолько вчера покорил, он настолько красивый. Это полупрозрачный нюдовый блеск, который подойдет, ну, всем, наверное, он подойдет. Изготавливают его во Франции. Несмотря на то, что это японский бренд, у них, да, видимо, фабрика во Франции. Короче,
Безумная красота. Я надеюсь, что через камеру хоть как-то я вам смогу передать это. Мне вообще жалко, что иногда не все текстуры я могу показать, не все ароматы я вообще не могу вам показать. Но вот что касается текстур, мне так хочется вам передать вот эту красоту, чтобы вы поняли, о чем я говорю. В общем, Шисейда молодцы. Давайте продолжим. Про Шисейда я хочу показать вам карандашик, который я купила опять же летом. И я искала себе коричневый карандаш для глаз и нашла микролайнер. Мне его очень рекомендовали вы. В коричневом оттенке его не было, но он был в таком чуть-чуть бордовеньком. И он очень красиво будет смотреться, если у вас макияж в теплых оттенках, в таких немножко розоватых. Вот на осень, на зиму очень красиво смотрится. И особенно если у вас... Да нет, не только если у вас голубые глаза, и для карих глаз будет очень красиво, и для зеленых. В общем-то, для всех оттенков глаз, слушайте, это подойдет. У него немножко такой вот, я говорю, красноватый, да, бордовый оттенок, но он настолько красиво подчеркивает глаза, он настолько легко тушуется, он очень хорошо потом застывает и никуда не девается. Кстати, девчонки, продолжая тему Тома Форда, нашего тяжелого люкса, я же купила не так давно вот эту палетку. Я делала макияж с этой палеткой. Сейчас бы я сделала немножко другой макияж. Тогда я красилась первый раз, я не знала насыщенность оттенков, я не знала их как бы пигменты, да, как они сочетаются между собой. Такая вот палеточка тоже в теплых оттенках. Сейчас может быть не сильно видно на камере, но они как бы розовенькие, такие здесь пастельные, персиково-коралловый, этот такой чуть-чуть более нейтральный, потемнее, посветлее. На самом деле эта палетка вся очень нейтральная. То есть если даже я возьму сейчас самый темный оттенок, он будет полупрозрачным, с розовым подтоном, то есть абсолютно непредсказуемым. У меня не было возможности посвотчить эту палетку перед покупкой, мне вот просто захотелось, хочу персиковую палетку, мне идут такие оттенки, ну в общем похоже на то, что у меня сегодня на глазах, она очень похожа. Ну, в общем-то, если вам интересно, можете посмотреть ролик с макияжем, который получился. Не так уж плохо вышло, по моему мнению, на каждый день тоже может сойти. Но имейте в виду, она очень полупрозрачная. Я знаю, многие такое не любят, то есть, если ты хочешь действительно насыщенные пигменты хорошие, лучше даже обратиться к Анастасии Беверли Хиллз, лучше купить палетку, вот, например, сегодня на мне Huda Beauty, Naughty палетка, очень крутая, я тоже когда-то делала обзор, давно, уже года два, наверное, назад, классная палетка. А Tom Ford все же это люкс. В люксовых брендах часто выпускают такие палетки. Для того, чтобы человек даже не задумывался, просто нанес абы как, и все выглядело бы нормально. Потому что если очень сильная пигментация, то с палеткой автоматически сложнее работать. Нужно уметь делать тушевку, нужно уметь наносить тени и так далее. Я все равно буду пользоваться этой палеточкой. Она все равно мне очень нравится. И кому подходят персиковые оттенки, у кого светлый тон кожи, особенно очень светлый, я думаю, вам она понравится. Потому что как раз у светленьких такая проблема, что хочется что-то очень нейтральное на каждый день. И это сложно наносить, потому что каждый оттенок, вот даже на мне сегодня светлый оттенок, и он бум, такой, знаете, сразу контрастный. Следующее, что я купила вчера, это карандашик для глаз от Романова Makeup. Это моя первая покупка от этого бренда, вы мне очень советовали ее карандаши, и у меня вот, я не могу просто, у меня проблемы с карандашами, с тушами для глаз, я не умею их наносить, я не знаю, как на моих глазах с ними работать. Все, что я могу нанести с уверенностью, это вот подводка четкая, да, и я решила взять какой-нибудь карандаш, я вчера специально ездила свотчить. У меня вот в Телеграме, кстати, был даже маленький пост, у меня вся рука в этих полосочках. Я пыталась понять, что же мне подойдет. Сейчас я прохожу курс стилиста, и вот мы как раз говорим о тонах, о полутонах. Я понимаю, что мне часто, вот я смотрю на девушек, и мне хочется такой же макияж, но у меня светлый тон кожи, и на мне это смотрится как на клоуне зачастую. То есть, да, вот такая вот особенность. Поэтому я пыталась подобрать себе подходящий оттенок коричневого, но чтобы он вот мне именно подходил. Я нашла вот этот оттенок, я сейчас его покажу на руке. В общем-то, он неплохо выглядит, и я хочу его попробовать отдельно потом на глазах, я еще его не пробовала. Но на руке мне понравилось, как он выглядит, и он с такими легкими блестками. Эта серия называется Sexy Smoky Eye Pencil, то есть он используется, да, для нанесения, для растушевки, для подводки, для всего. Написано, что он еще и waterproof, то есть водостойкий. Посмотрим, что из этого выйдет. Последнее, что я вам на сегодня покажу, это очень интересный продукт от доктора Джард. Я вообще не очень много косметики пробовала от этого бренда, но мне очень часто все просто на самом деле советуют. И вы, и врачи, и косметологи, и вообще все просто советуют. Это корейский бренд, и вообще корейцы умеют делать и косметику, и декоративную, и уходовую. То есть есть какие-то, да, продукты прям очень крутые.
Чем интересно это средство? Вообще, как я его купила? Я сидела в Инстаграме, смотрела просто посты про косметику, искала какой-то интересный макияж для вдохновения и наткнулась на комментарий о широких порах или какой-то был рилс про широкие поры. И там очень интересная ветка обсуждения была. Она написала, что «Ой, я использую типа свое тональное средство, и мне больше ничего не надо, у меня широкие поры, и оно меня спасает». Кто-то спрашивает, что это за средство, она пишет «Доктор Джарт в серебряной упаковке». Я такая думаю, интересно, надо загуглить, посмотреть. Я посмотрела, что это BB-тон, и он в одном оттенке. Я думаю, ну что ж, на него действует скидка, и была не была, я попробую. Тем более, что мне хочется на канале вот что-то новое для вас показывать, рассказывать. И вот такое средство я вообще ни у кого не припомню. Ну, я уж мало кого смотрю, поэтому, может быть, кто-то и показывал. Я просто не в теме. Здесь нам обещают SPF-защиту, нам обещают сияние, и нам обещают омолаживающий эффект. Друзья мои, я его использую сейчас на каждый день. Несмотря на то, что он на руке сейчас покажется вам темным, когда я распределяю его по лицу, да, немножко захожу на зону шеи, он как-то начинает сливаться, и я могу его носить и в повседневной жизни, и при дневном макияже, и при вечернем. Но самое интересное, что он так затирает поры, что кажется, что у вас просто вот кистью в фотошопе проходится такой вот гладкостью, и у вас просто гладкая кожа становится. И когда я его использую, мне кажется, ну может быть это совпадение, но мне кажется, что моя кожа становится лучше. То есть действительно, там очень дорогой, хороший уход. И это вообще мечта для девочек. То есть у тебя и косметическое средство, и он ухаживает за кожей. Так как тон немножечко темноват, да, вот изначально, то я его наношу очень тонким слоем, распределяю такой дуофиброй по лицу. Но когда он наносится, у вас не видно пор, у вас подтянутое красивое лицо, красивый оттенок кожи. Это очень интересно. Я не буду вам его рекомендовать, наверное, как я, заказывать через интернет, потому что я такой рисковый чувачок в этих вещах, но будете в магазине, попросите консультанта рассказать, показать вам вот этот крем. Это может стать вашей находкой. То есть я его даже хочу в фавориты осени запихнуть. Кстати, нет сейчас фаворитов месяца, я ничего не успеваю. Но хотя бы сниму фавориты осени уже в конце этого месяца. Они точно будут. Безумно интересное средство. На лице его не видно, и я никогда о нем не слышала. И безумно рада, что я его нашла. Купила сухой шампунь Клоран. Я вам его раньше постоянно практически в каждом ролике показывала. Очень мне нравится шампунька эта. И он продавался по скидочке, недорого. И вроде бы в Золотом Яблоке даже продается. Я вам тоже на него оставлю ссылку. Очень классный шампунь. Я вам вначале, помню, постоянно про него говорила, чуть ли не в каждом ролике. А потом просто вылетела из головы, совсем забыла про него. Ну что, ребята, я буду на этом заканчивать. Я очень надеюсь, что вы рады этому видео, что вы вдохновились, расслабились, возможно, что-то новенькое для себя открыли, потому что я для себя, черт возьми, сколько можно, а я все продолжаю открывать для себя что-то новое и с каждым разом стараться искать все лучшие и лучшие продукты. Такая вот у меня, да, можно сказать, работа. Если это говорим мы о блогерстве, то я хочу стараться и для вас что-то находить очень интересное. И вот те продукты, которые я сегодня показала, особенно... Новая подводка покорила меня. Очень классный продукт. Дорогой, да, очень дорогой. Если что, по скидке в Золотом Яблоке ищите. Вот там действительно можно выгодно его взять. Потом блестки вот эти. Вот просто красота. Блеск, красота. Просто, ну, блин. Я очень люблю косметику. Я, знаете, волнами. У меня такие волны все время. Я вроде как в какие-то моменты отхожу от этого. Потом начинаю, захожу в магазин, вспоминаю, как мне все это нравится, и вот думаю, как же у меня лежит к этому душа, как же меня это радует. Ах, да, в общем, как-то так. Девчонки, я желаю вам всем красоты вокруг себя, создавайте ее, радуйте себя чем-то, ну потому что ну никак по-другому невозможно. Не отказывайте себе в удовольствии, если есть возможность такая. Да. Вот я вчера, например, просто для удовольствия даже съездила в Золотое Яблоко, мне было интересно что-то пощупать, потрогать, посвотчить. И как-то вот, когда ты окружаешь себя такой красотой, вокруг же очень красивые стенды, какая-то эстетика, какие-то вот женские штучки. Это так все наполняет, вот честно, такая мелочь, а... так сразу много дает. Поэтому обязательно выбирайтесь куда-то, что-то для себя новое открывайте, узнавайте, расширяйте свой кругозор. Это все имеет огромное значение. Я думаю, это способно сделать нас гораздо наполненнее, счастливее и радостнее. Я вас очень сильно люблю. Большое спасибо за вашу поддержку под последними роликами. Я безумно этому рада, мне очень приятно. И да, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, ставьте также колокольчик. Я никогда про колокольчик не говорю, но обязательно включайте уведомления. Вообще поддерживайте блогеров, которых смотрите, ребят. Сейчас так сложно снимать. Вот. И ваша поддержка — это вот все. Мы же снимаем для вас, поэтому ваша поддержка всегда очень приятна и дорога.
Я вас очень люблю, обнимаю и очень скоро, обещаю, увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока.